Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор королевских кукурузных палочек. Посмотрим с вами, какие сюрпризы нам попадутся, стоит их покупать или нет. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Давайте начнем с палочек для девочек. Такой тут лев с короной нарисован. В руке игрушки держит. Покупали мы их со скидкой по 95 рублей за пачку. Ну ладно, давайте тут открывать здесь. Ого, что это? Микрофон! Кукурузные палочки в принципе нормальные, но для меня лично очень сладкие. Доча, тебе как палочки? Ну вот видите, сколько людей, столько и мнений. Ну, даже как будто бы провод из него идет. Что-то вообще издает, интересно, или просто? Да. Видимо, просто. Говори, кому говорят. Интервью кого-нибудь брать. Хотя нет, слушайте. Там что-то в нем. Прием, прием. Немножко, мне кажется, эхо есть, дает этот микрофон. Прикольно. Теперь давайте для мальчиков посмотрим, что там нам положили. О, какой-то пистолет с шариками. Лови их! Так, три шарика пластиковых. И что? А, вот нужно натянуть, положить шарик и выставить. Ого, ничего себе, вот. Он аж меня ударил, этот шарик. В общем, рабочая игрушка, но пуляться будет далеко, а если вот вблизи, мне кажется, даже будет не очень приятно, если в кого-нибудь стрельнуть. А так, прикольная игрушка за 95 рублей, нормально. Шарики в своей жизни живут. Для девочек теперь еще раз посмотрим. Конечно же, у меня была возможность пощупать, и поэтому неплохие сюрпризы попадаются. Я так думаю. Ух ты, что это такое? Что-то тут для рукоделия. Если есть леска, значит, это делать браслетики. И даже корона тут. Ну, сейчас сделаем. Вот такой вот браслетик получился. В принципе, неплохой. Так, и пачка для мальчиков осталась у нас. О, машинка какая-то. Да большая такая. Прям гоночная, с гонщиком. Скотчем что-то залепили, не пойму. А вот это вот, видите, прям косяк. Не должны кукурузные палочки соприкасаться с игрушкой. Вообще прям эти палочки даже есть нельзя.
Так, колеса крутятся. Инерционного... Нет, есть инерционный механизм. Конечно, супергоночный ее не назовешь. Такая вот простенькая, ну, большая. Вот что может попасться в королевских кукурузных палочках. Мне понравились микрофон и пистолет, а тебе что? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!